Родителям пятерых детей, погибших при пожаре в городе Жанатас, в Жамбылской области начали оказывать материальную помощь. Как сообщают региональные власти, спонсоры уже предоставили пострадавшей семье квартиру. Поддержку оказывают и неравнодушные горожане. Общественный фонд «Бергемос» также направит родителям 2 миллиона тенге. Сейчас с ними работают психологи. Организацию похорон взяли на себя местные исполнительные органы. Также госслужащие области перечислят однодневную зарплату в качестве материальной помощи. Помимо этого, родителям детей предоставили трехкомнатную квартиру, а местные предприниматели закупили нужную мебель и бытовую технику. Разными неправительственными организациями собрано более 3 миллионов тенге. При областном акимате создана специальная комиссия. В нее вошли представители прокуратуры, департамента полиции и ДЧС. Причина ЧП все еще выясняется. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за попадания огня на детскую одежду. Напомню, что трагедия произошла в минувшую пятницу. Пожар произошел днем в квартире пятиэтажного жилого дома. В квартире находилось 5 несовершеннолетних детей, оставшиеся без присмотра взрослых. Самому старшему было 6 лет, а самому младшему 7 месяцев. Отец семейства находился на работе, а мать вышла в магазин.